Вот, в принципе, и все. Чем радует нас эта игра? Она простая, она до ужаса простая. Я хотел записывать какие-то геймплейные видео про нее, но оно того не стоит. Они унылые и репетативные. Абсолютно унылые и репетативные. Как только вы пройдете первый уровень, дальше пойдет все по маслу. Игра в глубокой бете. Вот можете посмотреть. Это 0.652. Это даже не версия 1.0. Об этом, в принципе, честно сказано на странице в Стиме. То есть, что там есть? Там написано, что игра в самой ранней стадии. Ну, я вам покажу сейчас это на экране. И больше, в принципе, нечего сказать. Сейчас с вас просят 300 рублей только за то, чтобы вы проспонсировали дальнейшую разработку. Да. Игра вначале интересная. То есть вы взаимодействуете с объектами, идет какой-то сюжет, но уже со второго уровня понятно, что она недоделанная. Нет, сюжет обрывается. Дальше, как мне подсказывают из задних рядов, сюда просто напихали монстров из всех историй. Их смешали в одну. В итоге вы сначала начинаете в особняке, потом в госпитале, потом на кладбище, потом в шахтах, потом в Антарктике. Что? К чему? Как это вас туда занесло? Черт бы вас подрал. Не знаю. Я уже дважды прошел игру, ни одного нового персонажа я не открыл. Несмотря на то, что я уже не раз прошел игру, и я исследовал ее полностью. То есть я открыл все. Ну вот абсолютно все двери, открыл все тайники, ну все тайные комнаты. В принципе, все. Советую ли я вам покупать ее сейчас? Нет. Подождите, ну годик, наверное, я даже не знаю, сколько потребуется разработчику, чтобы довести ее до ума. Но не сейчас. С вами был Грег. Пишите, ставьте пальцы в любом направлении. И, ну... тут мы с вами уже, наверное, даже и не встретимся. Пока-пока!